Спецтехника всегда находится на некотором отдалении от обычных машин. Казалось бы, те же автомобили, но нет. Это целый космический корабль, а пожарные машины в особенности. А если им скоро 100 лет? В коллекции «Камышмаш» есть такие корабли, которые проплыли через десятилетия, чтобы показать нам, как все начиналось. Какими были первые огнеборцы и на чем выполняли свой ратный труд? Одним из таких достаточно ярких представителей является Денис Фаертрак 1929 года выпуска. Потрепанный десятилетиями, но не потерявший своего величия. Были, конечно, пожарки и побольше, но согласитесь, он фактурен. Он не реставрировался, он только поддерживался в надлежащем состоянии. Короче, он оригинален практически весь. История компании началась в 1899 году в Англии. Фирма, как и многие тогда, выпускала велосипеды. Но прогресс не стоял на месте, и вот уже народу требовались самобеглые повозки. Братья Джон и Раймонд Деннис установили мотор на трицикл и понеслось. Но лучше всего у братьев получались, как сегодня скажут, коммерческие автомобили, а пожарные особенно. Было несколько модификаций. Наш автомобиль тип G и выпуска 1929 года. Это значит, что машина – последний представитель своего вида. Дальше пошли серии, не типы. И забегая вперед, скажу, что пожарную технику Деннис выпускает до сих пор. Особенность многих английских автомобильных фирм в том, что сами они не делали ни двигателей, ни трансмиссий, и Деннис не был исключением. Он также изначально закупал моторы в Ковентри у White & Pop Limited. Если утрировать, то когда у Деннис дела пошли гуд, то White & Pop Limited Деннис выкупил с потрохами. Так как на тот момент именно эти моторы считались лучшими на Туманном Альбионе, ну, для грузовиков. Данные двигатели легко узнать по изяществу исполнения. Они монументальны, как кирпич. 5 литров 120 лошадей. А знаете, в чем фишка была? Сегодня это звучит странно, но Деннис устанавливал на свои двигатели, во-первых, бензонасос, вот он вакуумный, работает от впускного коллектора, а также устанавливалась на карбюратор дроссельная заслонка. И все. Естественно, мотор работал лучше. Кстати, интересный факт. На английских автосалонах с 1906 по 15 год практически на все большие английские автомобили устанавливались двигатели White & Pope. Кстати, обратите внимание на ремни. Это по-настоящему ремни, они кожаные. И даже не ремни, а скорее всего некие кожаные цепи. Зачем это сделано? Ну, во-первых, в то время найти резиновый ремень, наверное, было проблематично. А во-вторых, данная конструкция позволяет их менять, не разбирая переднюю часть двигателя. Ну, потому что это реально сделать реально нереально. Здесь очень хорошо виден привод помпы, которая, кстати, тоже устанавливалась как бы дополнительно. Привод помпы является одновременно и приводом магнита. А знаете, куда заливается масло? Сверху-то нету заливных горловин. Вот через вот это вот окошко, которое я сейчас открыл. Конструкция шасси. Ну, что рассказать? Клепанная рама. Чугунные, подрессоренные мосты. И все скрыто деревянными панелями. Особенность рамы такова, что машина смотрится заниженной на фоне других грузовиков.
Это их фишка – заниженная тачка. Особенность вот еще в чем. На одной базе собирались и грузовики, и автобусы, и пожарки. Сейчас я вам попробую объяснить, что такое база. База – это шасси. Значит, что такое шасси? Соответственно, это рама, передний, задний мост, капот с двигателем и место водителя. Все остальное, навесное, настраиваемое оборудование делалось по желанию заказчика. Ну что, пора заглянуть, так сказать, в деревянные ящики, потому что, как вы уже поняли, вся конструкция, она деревянная. С этой стороны лежат пожарные рукава, которые, скорее всего, использовались для закачки, подачи воды из открытых источников, из водоемов. Тут же хорошо видно, что на каждой деревянной облицовке присутствуют некоторые окошки для обслуживания оборудования, до которого невозможно дотянуться. Вообще здесь много всяких ниш, ящичков и полочек для дополнительного оборудования. Но, честно говоря, я не знаю, что сюда складывалось. Ну, опять же, у пожарных много всяких приспособлений. Есть еще одна сверху. Вот здесь вот. Все деревянное. Напоминает какие-то, не знаю, фермерские лабазы для хранения муки. Вот оно, сердце пожарного автомобиля, насос. Он может как закачивать воду, естественно, и раздавать его на пожарные рукава. Это рычаг включения, соответственно, насоса. Он приводится в действие от коробки отбора мощности, которая включается с водительского сиденья. Водяная помпа также непростая. Благодаря ее конструкции пожарные машины Денис пользовались спросом. В то время как многие помпы были поршневыми, тут установлен центробежный насос, дающий мощную постоянную струю. К тому же сама струя била дальше, чем у конкурентов. Согласитесь, в данном случае мощность струи важна. Английский автомобиль. Вот хотел сказать, крыша низковата. Ну, наверное, с моим ростом в пожарные не брали. Так, что мы тут имеем? Здесь божественное расположение педалей. Не так, как в нормальном автомобиле. С левой стороны сцепление, правильно. С правой стороны тормоз. А газ находится где? Посередине. Вот так. Также здесь в салоне водителя находится ручной огнетушитель. Сейчас я выдерну. Сейчас. Вот она. А? Как вам? Такое ощущение, что это спринцовка для детских попок. Но на самом деле это полноценный огнетушитель. Настоящий американский огнетушитель. Ладно. Далее. Из приборов спидометр, вольтметр. На полу рычаг включения раздаточной коробки. И бензобак у вас под задом. Божественно! Итак, включаем магнита и будем заводиться. Ой. Но для этого надо открыть бензонасос. И я не оговорился, сказав открыть бензонасос. Еще раз объясняю, он не механический, а вакуумный. Соответственно, открывая подачу топлива, вот так вот, вот так вот. Внутри огромный поплавок, который работает от разряженности. Вот и все. Бензинчик потек. Будем запускаться. Таран-таран-тан-тан. Так, нейтралочка. Ну, а что вы хотели? 100 лет автомобилю. Надо погреться, бояре. Зима, кабриолеты, открытые пожарные машины. Все, как я люблю. Это мой стиль. Ну что, поехали.
Дорогие мои москвичи, первая, вторая. Первая, вторая. Ручник. Да, час пик. Поворотников нет. Будем надеяться на ответственность и любовь граждан и понимание, в конце концов. Управлять автомобилем физически сложно. Отчасти из-за отсутствия усилителей, отчасти из-за неудобства посадки. Рычага не хватает, вытягиваешь только силой мышц. Но зато, когда едешь, в движении автомобиль очень хорош. Стабильный, маневренный и покоряет своей уверенностью. Тормоза механические, естественно, барабанные, но понятные. Пару раз тормознешь и понимаешь, на что они способны. Да вообще, приходит осознание того, что эта машина может. Быстрее 80 не поедет, меньше 20 литров жрать не будет. Ей бы, конечно, 80-го, но и 92-й в самый раз, так как есть рукоятка опережения зажигания. Подправил и в космос. Но сказать, что мне комфортно, это вообще ничего не сказать. Некомфортно. Но опять же, я повторюсь, я высокий. Меня лестница все время пытается ударить по голове. Поэтому сидишь вольготно, облокотившись на правую ручку. Вообще ощущение, что ты на корабле. Все скрипит, звенит. Колокол опять же есть. Трехскоростная коробка передач. Естественно, без синхронизаторов. То есть на ходу переключить скорость, ну, практически невозможно. Поэтому трогаешься со второй. Алгоритм нажатия педалей, он просто разрушает мозг. Газ посередине, я напоминаю, а педаль тормоза справа. Соответственно, ты должен подумать... О, третья. Нифига себе, и мы несемся. Ты должен подумать долю секунды, что тебе сделать. То есть перед торможением ты вытаскиваешь ногу из-под педали и ставишь на тормоз. Благо, что автомобиль старый и сам останавливается. Еще из странностей. Тут так расположены опять же педали, то есть нога как бы не выжимает вперед, а из-под себя выдавливает. И ноги очень быстро устают, вот реально устают. Я как бы никогда не жалуюсь на старые автомобили, что управлять ими сложно. В данном случае не управлять сложно, сложно нажимать на педали. Это какая-то, я не знаю, это какой-то обезьяний аттракцион, вот честно. Блин, где скорость-то? Упс. Вторая, без синхронизатора, поехали. Ах, мать моя женщина. Ты думаешь, ты все время думаешь. Ну это кайф! Так, третья космическая. Опа. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Вот я не знаю, у меня вот такая почему-то песня родилась. Кайфуем! Мать моя женщина, кайфуем! Я бы еще что-нибудь умное сказал, но у меня тихо начинает это скукоживаться мозг, затуманиваться разум. И вот мы такие пожарные несемся на выезд. А все думают, что это корабль мимо проплывает. Так, поворачиваем. Тормоз. 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 И давай руль. Раз, два, три, четыре. Так, второй забыл скорость. Газу. Попал, не попал.
Опачки, вторая. О, поехали. Единственный, кто вообще ни черта не понимает, это женщины. Женщина за рулем. И ей плевать, что мимо едет старая, плохо управляемая машина. Не судьба включить. Третью. Да что ж ты будешь делать? Так, сейчас остановимся, еще раз попробуем. Вторая. О! Сцепление. Третья. Так вот, женщины не понимают. Они смотрят с такими восхищенными глазами, что за красная тварь мимо тебя проезжает, и как это она не уступает мне дорогу. А нормальные парни машут, приветствуют уважаемого Леонида Ильича. Газ. Вот он. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. А моторчик-то как работает, а? Как часы, а ему скоро 100 лет. Парни, 100 лет! Ноги свело. Ой, тепленькой. Ой, все хорошо, а. А? Не, нормально. О, я уже отогрелся. Итак, что сегодня? Да нормально по мировым меркам. После долгих переходов от одного владельца к другому, в 1998 году MyFlyer Corporation приобрел Денис и разделил на три небольших компании. Денис Fire – производитель пожарных автомобилей. Денис Bus – производитель автобусов и других транспортных средств общего пользования. Денис Eagle – производитель мусоровозов и коммунальных машин. Потом были мелкие перестановки владельцев, управляющих компаний, но главное, что память о братьях, основателях живет и сегодня. А это, согласитесь, важно. Ну что же, товарищи, на мой взгляд, это один из лучших, один из прекраснейших автомобилей, к которым мне удалось прикоснуться в коллекции «Камышмаш». Учите историю, не бойтесь ошибаться. Если что, я вам подскажу, в каком пути, в каком направлении двигаться. Ну, а я еще покатаюсь. Ух ты ж, мать моя!